Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарриди, это опять ItMe.io. Сегодня у нас будет мега крутой донат за 8 долларов. Ребятки, у нас будет супер танк. А мы откроем супер аквариум и поглядим, что там вообще такого интересного. Ну что ж, покупаем. Так, для начала давайте откроем за один день. За первый день. Отличненько, китик. О, так, что у нас еще тут? Еще один аквариум. Бегемотик, ну неужели бегемотик попался, ребят, как давно не было бегемотика, еще один бегемотик, и, ну, два бегемотика, гиппопотама, это классно. Так, отлично, давайте еще один откроем. Так, так, осьминог, это хорошо. Так, ну и, конечно же, самый крутой, покупаем подарок. Да, ребят, все для вас, надеюсь, ты меня поддержишь, пальцем вверх. Отличненько, окейушки. Платеж выполнен. И сейчас мы откроем этот сундук. Да, да, ребят, поддержи мне пальцем. Пожалуйста, поставь палец. Вот он. Изи, по два всех дает. Всех по два. Надеюсь, что-нибудь классное выпадет, ребят. Для вас ничего не жалко. Ничего прям. Отлично, кит. Кит, два кита, ребят. Скоро мы откроем кит. Пожалуйста, поддерживайте. Поддерживайте пальцем вверх. Осталось два осьминога. Два, всего лишь два осьминога, ребят. Это классно. Акула. Так, две акулы и... И 1000 золота. Ну, конечно же, 300 ракушек. Это нам все пригодится. И раз такое событие, давайте уже эти тоже откроем. Посмотрим, что там. Ну, что-нибудь классно, давайте. Отлично. Мы тут просто начнем открывать потом. Поэкономим немножечко. И много друзей, ребятки. Я не буду вас читать. Ну, вы так увидите. Dark Leo, классно. Блин, у меня уже 440 друзей. Спасибо большое, что добавляетесь, ребят. Может, себя увидите? Обязательно поставь палец вверх, если себя узнал. Все, ребятки, что всех не читаю. Ну, реально, очень много. Лекс Фан, Егор, Данил, Босс, Кинг. Ребят, вас слишком много. Я в шоке. Лекс Дэн. Очень много Лекса. Кстати, я себя тоже замечаю, что у меня есть фанаты. Спасибо большое. Можете Лексу привет передать. Вот я его тоже заглядываю, смотрю. Лекс Дар. Игра иногда выходит почему-то. Окейшки, продолжим. Так, мы в друзьях, да? Триган, Лекс Дариди, Алекс Дариди, 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 пишет. Фан Дариди, спасибо большое, Лекс. Лекс и Дариди в основном, Лекс Дар пишет. Классно, классно. Так, Кера, Виллис. По-моему, только я и Лекс снимают ItMe.io. Но это очень классно. Давайте, кто же быстрее, Дариди и Лекс соберет всех рыбок. Так, потом все, ребят, всем, ребятки, подарочки раздаю. Это обязательно в обезьяловку. 511 друзей, ребят. Я думаю, мы соберем 1000 друзей в этой игрушке. Так, отлично. Что у нас, давайте с кланом посмотрим. В клане 10 человек пока что. Клан развиваем, уже 39%. Скоро третий левел будет. Так, блистательно, изи. Так, ну я не знаю, куда пойдем. О, новое испытание какое-то, ребята, новое испытание. Классно, блин. Они так часто меняются, тем более, вот последнее испытание очень часто меняется. У меня одна жизнь, мне надо съесть 10 рыбок, как минимум, что ли. Давайте попробуем бесплатное испытание. А, давайте за фуга поиграем. То есть минимум я должен 10 рыбок съесть. Нифига себе. Сегодня прям не испытания какие-то. Я готов, я постараюсь сделать 10 рыбок, съесть. И все, кто съест 10 рыбок, пройдут дальше. И у всех одна жизнь. Интересно, я могу умирать, нет? Но там было что-то 10... А, съесть 10 рыбок, в общем. О, Лекс, Лекс. Сколько минут? 2 минуты даются для того, чтобы я это сделал. Так, 2 рыбки есть. Нам надо еще 8 рыбок. Блин, ну какое сложное испытание. Хоть бы делились, помогали. Да, был бы осьминог, было бы классно. Нам немножко осталось до осьминога догнать. Ну, иди сюда, смотрите. Ух ты ж, елки-палки. Вот, одного сели. 4. Первое место недостаточно. Да печально, печально, конечно. Ох ты ж, елки, еще попался. 5. Возможно, тут вообще никто не выиграет. Ребят, ну а как тут выиграть? А! Меня съели, боже мой! Придется тратить деньги, ну а что делать?
Так, затащили. Восемь рыбок, блин, 30 секунд осталось. Ну помогайте же, помогайте. Чуть не попался. У меня 10 рыбок есть, ребят. Я не знаю, я, видимо, победил, да? Я на это очень сильно надеюсь. Здесь что? Маленький крокозябрик. Я так понял, здесь как минимум 10 рыбок. Я съел 10 рыбок. Алекс тоже, какой-то Алекс съел. Ну куда ты убегаешь? Куда ты убегаешь, эй? Отлично, я успел. Ну, я серебро занял. И что, это считается, что я победил? Я один съел рыбок. Да, ребят, считается. Фу, 3 батла. И 10 фит. И 3 батла. 3 батла надо. Есть по 10 рыбок. Я думаю, мы справимся, ребят. Каждый раз надо по 10 рыбок есть. Фу, а потом, видимо, потом будет там 12-14, каждый раз все больше и больше. Ну, первый, я думаю, мы пройдем испытание. Или постоянно будет 10 рыбок. Если постоянно 10 рыбок, в принципе, я думаю, можно справляться. Так, один, погнали. Причем 2 минуты только. Каждая минутка дорога. И мы поддавались. Иди сюда. Савази какой-то. Ёлки-палки. Вот, хорошо. Смотрите, он еще каркается. Из попы. Каркается из попы, боже мой. Иди сюда. Так, сколько мы съели? 2 всего лишь. О, это плохо. Еще много надо кого сесть. Отлично. Сейчас получше. 5 это мало. Вообще тут может никто не победить. Как бы делились. Ах ты, ну куда ты раздваиваешься? Куда ты раздваиваешься? Блин. 6 рыбок недостаточно. 6 рыбок недостаточно. Причем одна жизнь, ребят, дается. Но это сложнота. Это реально сложнота. А, представь, часть съел меня. А мне еще 3 есть. Ну, ё-моё, ну как я тут справлюсь? Ну и что мне делать? А, все, я 7 рыбок съел, ребят, все, проиграли, быстро. Быстро сдались. Но сложно, я вам скажу. Знаете что, я сейчас в серии попробую это сделать. Я на первом месте, но это не поможет. Все, проигрыш открываю. Там всего лишь одна карточка. Да. Ладно, сейчас попробую, ребят. Окей, погнали. Так, ребятки, первая победа, 10 киллов. Жалко, что дается всего лишь одну жизнь. Все, по сути, мне уже нечего бояться. Мы сделали, мы затащили. У нас есть эти уже киллы, но я просто потренируюсь, просто для себя. Уже 15 даже киллов. Отлично, 17 киллов. Ништяк, так можно играть. Разъехались. Первое место, первая победа. Продолжим. О, отлично, ребят. Сколько у меня киллов? Уже 12. Как это было изи. Это было изи, ребят. Я думал, я не затащу. Сейчас нормально. Того 16 киллов. Неплохо, ребят, неплохо. Я думаю, можно играть. Еще поиграем, ребят. Как раз рыбок подзаработаем. Ох ты, меня трясет всего. Меня всего трясет. Ну и пофиг вообще. Должны победить. Должны присутить победу. Первое место. Лучший момент. 4 фуги. Отличненько. И сейчас 4 золотых карчик. Давайте попробуем. Ребят, 26 секунд осталось. Блин, это фигово.
Отлично. 10 сели. Это самое главное, ребят. То есть мы, по сути, победили, да? Должны победить. Вот, изи. Просто всех мочу. Транспобед, 13 побед, ребят. Отличненько. Замечательно. Попался. Таки сделали. Так, смотрим. Фу, ребят, забираем. У нас 7 карточек. Тут самое главное наесться. 10 рыбок нужно съесть. И давайте открываем. Может, что-нибудь классное выпадет. Также не забывайте про пальцы вверх, про подписочку, про репостики. Уже дофига шапок. Да нафига мне столько шапок, эй. Вот это редкие уже пошли. Редкие тоже у меня почти все есть. Вот, отлично. Ну, ничего такого ценного. То, что нам действительно бы понадобилось, к сожалению, не выпало. Точно так же, 10 рыбок надо съесть, но это уже в следующей серии. 50 стоит. А ракушки, я думаю, мы с вами поиграем, почему бы нет. А, DFDFF. Спасибо большое, 511 друзей. Так, давайте откроем подарки. 100 золота, это все пригодится нам. Так, реально, реально спасибо, ребят, за поддержку. За подарочки. Ну что, круто, нам остался немножечко совсем всего лишь. Нам нужны вот эти легендарные. Легендарные вееры. Чтобы собрать. Так, также нам. А, еще один веер. Тоже легендарный. 3 веера. Он и тебе нужен, я так понимаю, да? А, нет, это есть 4. А, так, и акулу, в принципе, скоро соберем. Нужны эпические кости. И, по сути, у нас будут все в сервере, кроме гиппопотама. Ему тоже очень эпические нужны вот эти штуки. Я не знаю, где их взять. Наверное, мы вот этого быстрее соберем. Или тут вот этих 6 тоже очень редкие, не знаю, где их взять. Они могут в танки также попасться. Но этот танк очень дорогой. А, давайте тебя возьмем, почему бы нет. У меня 5000 золота, нифига себе. Тебя возьмем. Для коллекции. Так, что, мне хватает? Нет? По-моему, мне нифига не хватает. Ну вот, видите. В принципе, довольно-таки неплохо собрали. Кита, конечно, хотелось бы тоже максимально крутого. Ну и самая-самая эпическая рыба, которую все хотят увидеть, это, конечно же, ты. Я ее не видел. И, блин, очень сильно хочу. Очень сильно ее хочу. Вот. Пишите, что вы хотите видеть в Eat.me.io, и я это обязательно сделаю. Такие челленджи попроходим. Ну, в общем, с вами был Дариди. И всем до скорого. Пока-пока. Пока. До скорого. По-моему, ты это уже говорил, да. Ребят, еще увидимся обязательно. Я шучу. Ну, в смысле, увидимся, я не шучу. Обязательно.